Шахунья. Отправляемся в сторону нижнего. Съемку буду вести с левого окна. Вот так. Ну чё? Чё? Добро. Моя Имра. Смотри, сколько стоим, уже не две, уже 5 минут стоим. Ну да. Да, идиоты. Кто такие взял законы на железке? Главное в эти 4 меньше 4 часа. Да, 9:25. Вот утырки в Госдуме придумали закон. Утырки, натуральные утырки. Отведите комнату для курения в поезде. Нет, сидят просто жопы. Двигаемся в сторону нижнего направления. Ночь прошла. Нормально. Но то, что не дают покурить, я говорю, эти вот натуральные утырки просто сзады в Госдуму принимают закон для себя. Депутатская там и кури, пей, хоть залейся, хоть закурись. Для людей. Одно слово утырки. Продолжение следует...
нельзя, законы идиотские, но проводница женщина с понятиями за 50 рублей разрешила курить с вагонами. Накурился до одури. Законы принимаешь, чтобы вот так вот могли люди зарабатывать себе на хлеб. Я 50 рублей, еще 10 человек по 50 рублей. О, пожалуйста. Это я уже спать. Ну и спать надо. Ты что-то озабочен посудой, все, а мне в Барховске. Что-то ладно, а? Все равно ничего не делает. Отражается зеркало. Да вот там. Занавески все такое. Ну, сними занавески. До Нижнего, что до Владимира буду снимать, я там выключил, что Владимир там взял. Жалко, я здесь шел с кофе пить. Курить? Курить ее с кофе пить. Да, ведь курить, я говорю, что занято. Обещал еще благодарность писать. И его тоже. Скажи, кто тебе разрешил-то? А? Скажи, кто тебе разрешил. Вот мой бортпроводник, сразу глажат. Поезд 029. Поезд 029. Седьмой вагон. Не надо, то есть, не дай бог узнают, по городу брать ее. Они все тут. Что вы покупали в этот вагон? Не, они этот, все. Да не все есть такие. Вот это покупаешь лотерейный билет, пожалуйста, незаметно курить между вагонами. Хоть закурись, хоть сдохни. Так что всегда мы так делаем. Почему поставили две стулья? Поставили бы еще стулья, да, вот между вагонами, чтобы можно было сидеть курить. Утеплили бы. Самое плохое, да? Ну, оно само говорит, что мне там надо, это стоит 2 минуты, что мы будем на улице раскакивать, там пропустись. Вон, человечный человек. Я сама, говорит, курю. Так, 6:57 часов. Еще ехать? Да. 7 часов? Нет. Сейчас 7 часов. Ну, ехать 9 часов, по-моему, да? 8 до 12, сколько? 5 и до 4. 9. Вот. 9 часов нет. Ну, стоянки выкинем. Как это? Нет. Если мы их выкинем, мы что, раньше приедем? Чисто время езды. Выкинуть стоянки. Давай выкинем. Выкинуть короткие. Стоять мы еще будем, знаешь, сколько? 4, 26, 56 минут. Вот, итого будем ехать 8 часов.
8 часов, да. 6 минут. Округлим. 4 минуты. Округлим ровно. Не будем его отсветиться. 8 часов еще. Давай в большую часть округлим. 9 часов ехать. 8 часов ехать. Из этих 8 часов. Сколько раз мы сходим в какой-нибудь между вагоном ехать? Это тоже выпили. Это время. Это уже исключается. Так, потом будем кушать. Полчаса. Пить кофе. Полчаса. Итого у нас получается... Час. Час. Все равно дофига. 7 часов. Умываться. Вот, 7 часов это полный рабочий день, да? Вот обеденный перерыв убрать, вот это 6 часов. Нет. 9 часов получается полный рабочий день. Обеденный перерыв убрать 8. А что ты знаешь, что я весь день на эту хайду говорю. Что-то
сильно поднапусываю. Интернет есть там? Там есть. Нет. Там постоянно смотреть на приезжающих. А вот кто-нибудь зайдет. Закидывать как. Ты представляешь? Вот открыто здесь это кафе, да? За год кто-нибудь придет? Нет. А за 10 лет? Ну, может, один, да. Ради поржать, посмотреть. Ты представляешь, какая реклама там будет? Видишь, что я говорю? Появился? Не особо. Что там за новость? Ничего. Ничего не пишешь. Глава генштаба Украины рассказал о завершении АТО в Донбассе. А, ну, завершение? Кто? Что, теперь война начинается? Вы что за станции поехали? Обход. Украинский блогер прокомментировал драку с ножками. Когда собрался? Все давно пошел. Да я пошел. Ну, ты надоел. Да нет, пойду пока поцелуй. Закрою все это.
записочку. А что за записку повесил? Этот снорклинг интересно, что там. Я там достаю такие хапули на передаче. Это тоже не то. Написал записку, тут хаят, на выездание. Вот как-то сделать, как бы увеличить количество продаж. Так сделаю. Проводим что-то рекламу там. Да, сейчас. Сколько будем в месяц? 25. Еще 2 часа 25 минут. Ну сейчас пока кофе допьем, а мы все останемся. 2 часа. 2 часа. Так. Ну, уже меньше ехать. Как крути, не крути. 2,5 часа еще вперед. Сам понял.
Хотя вроде как это удивление. Ого, ничего себе. Сколько, сколько? Сколько миллионов? Сосчитать не успеешь. А ты останавливайся. Раз, два, тут три, интересный лист. Интересный, подожди, подожди. Интересный лист. По левой стороне такие шпалы. Вон столбики эти. Через каждые 100 метров стоят столбики. 10-9 доходит до 2. Следующий показывает. Где? Я что-то в упор не вижу. Сейчас. Вот километраж. 638. До Москвы. Да. И вот, вот 9. Внизу маленькие. Вот 8. Видел? Я вот их считал. 10, 9, 8. Километров 5 проехал. Но у меня появилась идея. Ну смотри, ну, блин, 21 век на дворе, да? Ну, современнее же надо быть. Вагоны новые делают, а вот эти вот столбики, как были 100 лет назад, так и остались такие же. Надо, надо на снегу писать. Не-не-не. Надо разработать новые столбики. Вот эти вот, пластик, да. Вот эти бетонные, там покрашенные красные, белые, черные, белые. Остальные. А? Придумать из чего? Чтобы они были там, ну, я не знаю, там типа либо света отражающие. Чтобы поезд приехал и видел, сколько километров. Нафига они нужны? А нафига они тогда вообще нужны? Это технологические столбики. Вот, пусть они будут. Используют как раз 10 лет. Вот, пусть используют раз 10 лет. Но новые, современные не эти. И продать их. Представляешь, сколько столбиков поэтому по России таких установлено? Ой, а на земном шаре? Не, ну на земном шаре не будем брать. А так, 2 рубля. А чего? Да, вообще обычно не брать. 2 рубля со столбика, это миллиард. Ну, половина отката. 500 миллионов остается. Нормально, вполне. Заплати налоги, спи спокойно. Еще половину. 18%. Ну, то есть будешь платить с двух? Ну, хорошо. И того осталось. Ну, 100 миллионов останется нормально, вполне. Так, 100 миллионов пенсионные. Да это уже с налогами все. Да? Да. Все посчитал. Да. А рэкет? Причем очень сильно грубо, это уже с лавкатом дальше. С лавкатом. А крыша? С лавкатом. Это и есть крыша. Что досталось? Ну, допустим, 100. Ну, очень сильно, вообще прям приблизительно. 50. Ну, почему 50? Мы не знаем, сколько столбиков этих поставили. И стоит ли из-за этого заморачиваться? Ария. Или Ария. Ария, наверное. Ария, Шария. Где-то здесь я слышу. Что, пойду я попробую умыться. Попробую, не обещаю, что получится. Узкая.
называется урень. Морозное утро. Интересно, сколько? 17-18, наверное. Естественно, никакого тут централизованного отопления нет. Все топят углем, дровами. Дом голубоватый. Без таковые не слышно стыков. Может, это федеральная трасса. Уста, поселок Уста и Уста. Несколько десятков домов. Поселок. Тоже дымят трубы. Там, где не дымят, значит, там никто не живет. И таких домов много.
приезжаем в небольшой поселок, да? Печное отопление централизованного нет. Там, где идет дым, там живут люди. А там, где дыма нет, там спят. Там брошенные дома. Вот посмотри внимательно. Ну и что, все хочешь сказать брошенные? Там, где нет отопления, там брошенные. То есть, может быть, законсервировано до весны. Такой колотун. Сможешь жить там без отопления? Или что? Может, натопили и... Ага. Лет на пять вперед, да? Нет. Ты куда? Да ногам нет. Это, наверное, еще как-нибудь сделаем. Проводница не приходила, но мне и помогала покурить. Ну они хитрые. Если они будут ходить сами предлагать, они же цена упадет. А так они поднимают цены. Когда идешь, просишь их. Ну, вот лотерейный билетик возьмите. Лотерейные билеты все просроченные. Ты это взял, потом посмотрел. Я ехал в сентябре, а билет был годен. Разыгрался что-то в феврале месяце, в начале года. Представляешь? Я это вставил этим хламом. Они выменяют. Мало того, что самогонка продает самопальная. Скорый, но медленный. Там нет. Почему медленный? Смотри, как летим. Вон метров 80. Летим, летим. Километров 80. Интересно, а наркотики продают продукции? Вагон вожатые. Проводники. Не думаю. Будь здоров. Ой, спасибо. Иду, продаю. Не, ну если спиртное продают. Ну так, легкие разве что таблеточки. Этот, надо, если мы сигареты еще продают, то можно без этого. Без лотерейного билета. Или курить. Че, так, сигарет купил, 250 рублей. Пожалуйста, кури. Зайди к ним в этот закупок. Ой, окошко в окошко. Ну, кури, да. Не все тогда там бизнес делают. Даже зайти невозможно, прокуренные. И почему постоянно закрывают его? Не, потом-то они брызгают этим освежителями. Но нас не проведешь. Вот эти провода ты имел в виду? Блин. Что? Ну, в снегу были. О, вот такие вот. Не видишь? Вижу. Ну да не этот не имел в виду. Что? Ну что-то ты рассказывал там про провода, а снегом покрыты очень красиво. Вот этот? Вот, да-да-да. Когда я это говорил? Ну, вчера или позавчера. Где? Ехал? А? Ехал где или что? Ну ты что-то рассказывал просто, что это. Как-то ехал, да, видел, как много провода такие, снизу там снег, как много. Че не понимаешь, да? Видимо, ты уставший был. Вот приснится человеку какая-то ахинея, и он начинает нервничать. Да, конечно. Провода. Вон какое солнце встает, смотри. Сейчас ни черта не видно. Видишь, на ту сторону. Так нет, хотели левую сторону, пусть смотрит. Хотели левую, получайте. Получайте. Нормально, да? Вот так.
Давай. Очень красиво солнышко смотрит. Ты разговор закроешь? А? Разговоры закроешь наши? Зачем? Пусть слушают умные разговоры. А что я должен это самое? Трындить что-то другое там? Нет, музыку поставила, все. Музыку уже критиковали, что музыка неинтересная. Интересно, вот эта хрень какую несут. Подслушай, да, это вот, вот это интересно. Что там люди говорят? Ага, тайны. А почему паровоз свистит? Набирается много пара, но надо куда-то деться, как отчаянник. Он заблудился и свистом дает другому знать, мол, ты где? Я здесь. Вот видишь, свист. Они по свисту друг друга находят. Да, да, да. Паровозы по свисту. Причем именно паровозы, да, не машинисты, именно паровозы. Ну вот он дернул, посвистел. Ему справа страдать идет, а там, значит, на улице, давай туда повернем. Поэтому так медленно они ездят. Почему медленно? Быстро едут, когда уже сконтактировались. Ну да, когда уже знают дорогу, да. Когда уже видно Москву, о, вон туда нам надо поехать. Эй, жесть. Умный разговор. Нет, солнышка нет. А слышишь? Судя по задумчивому взгляду, вынашиваешь какую-то хитрую новость очередную. Да. Слышишь, да? Он заблудился. Это заблудился, вот ежик в тумане. Видишь, плачет. А нужно тонкий свисток подавать. Когда тонкий подает свисток, его сразу. Он такой, о-о-о, его никто не слышит. О, слышишь, да? Безобразие какое. Один дом, все. Ну, самостоятельный участок. Здесь нужно к этому домику больницу, магазин, полицию, пожарную. Зачем? Ну как, населенный пункт должно быть инфраструктура. Я понимаю, это куда это было? Детский садик. Нет, это было. А кто на шлагбауме сидит? Кто сидит? Кто на шлагбауме сидит? Сторож шлагбаум. Что, у него нет, не на чем больше присесть, что ли? Че, подожди. Да, не позавидуешь. Шлагбаум пришел. Да что нельзя? Все. Я сидит. Какой-то дом развалившийся. Вот он вылезет на шлагбаум сидит. Представляешь? В тулупе сидит на шлагбауме с ружьем, нахохлившись вот так. Шлабам, как Кирилл говорит. Шлабам. Какой придумал? Сидит на шлагбауме. 5,
Какой километр, интересно? 4. 3. 2. И 600. 599. Отсюда 600. Так, ты 599, а я 600. Я раньше, кстати, приеду. А я больше. Я лично полметра ближе сижу. А я больше. А если еще посчитать, то мое место. Я сейчас туда пойду, вот, встану между вагонами, и я буду впервые тебя. Нет, ты будешь не первый меня, ты будешь там курить. Вот, ну, еще кофе сделаю. Че интересного у тебя? Че живописного? Да вон деревья сколько, смотри. Вот такие, видишь? Нет, посчитай деревья. Видно, все видно. Плохо видно. Зима, однако. О, какая сосна, смотри. Или ель, как правильно. Кривое дерево. Кривое дерево, да. Кривое дерево. Смотри, какая рельса бесконечная. Бестыковочная. Длится, 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 длится. Это у тебя такое впечатление, она закольцована. Мы вокруг земного шара. Вон какие сарайки. Ну, живи не хочу. Все повытаскивали. Почему-то железная дорога петляет. Левый поворот, правый поворот. Для чего? Чтобы дольше ехать. Да нет. Просто машинист проверяет, все ли вагоны на месте. Зеркало заднего не видно. Кто повернул слева, посчитал, ага, все вагоны. А с правой стороны? Повернул? Ага, правильно. Можно какое-то время поехать прямо, потом снова, но вдруг отцепился. Да, наши умные разговоры. Услышат, как говорить. Скажет, вот что значит делает дальняя поездка на поезде. А это только из Кемерово. А представляешь, из Владивостока. А если еще из Магадана сделают? Вообще. Кстати, в этом году, по-моему, должны в Якутск уже пустить пассажирский поезд. Грузовые поезда там уже год входят. Вокзал построен. А? Кофе. Белый кофе. Сахар, кофе перемешать и одну банку в один раз, как в ресторане.
несколько домиков брошенных. О, как дымит. Да не брошенных, а просто электрическое есть. Так, они ясно. Не все же живут в 18 веке. Ну да. Дом такой большой, крупный, видный, там печное отопление, а сарайка на курьих ножках. Там... Он поменьше, ему одного обогревателя достаточно. А, там газ, да. Баба-яга там живет какая-то. А ей отапливаться не надо. Все, костяная нога. Это что про Шиманиха. Вон домик. Приезжайте, живите, кто хотите. Да, мне кажется, так не это. Не пустят еще. Ну, естественно, оформляться надо. И участковый тут есть, и какая-то администрация. Ну, и что, в администрацию прийти и сказать, друзья, поселите меня куда-нибудь. А вы кто? Я бездомный. Я даже не могу разговор представить, какой. Вы что умеете делать? Ничего не умеете. Да нафиг нам нужны. Почему к нам именно? Ну, говорят, у вас хорошо платят. А что вы умеете делать? Ничего. Вы нам подходите. Будете работать директором? Шлагбаум. Директором шлагбаума. Будете сидеть на шлагбауме. С ружьем находившись и никого не пускать. Да по барабану, пусть идут, главное сидеть. Идут, да идите. Хочете под шлагбаумом, хоть все, ходите шлагбаум. Туда, туда, туда иди. Обратно, обратно иди. Ну теперь тарифы поднимутся на покурить. Новые проводник? Ну да. Начальник поезда? А, начальник поезда? Ну сейчас прикинут они, причем баррель нефти подорожал, подешевел. Да, ребята, хотите курить? Ну, баррель подорожал, надо бы добавить, 100 рублей мало. Баррель подорожал, и прокуривание подорожало.
баром ходишь или его? Вид прокурил, не выражал. Курение подорожало. Бары подрос, стоимость курения выросла. Бары упал, стоимость курения все равно выросла. Почему? Потому что так выгодно продавцу. Монополист, да, сейчас.